с коллегами Рубрикулом Сережа Свидитовича. Почетная миссия у нас от Дедушки Мороза, от самого главного нашего сказочного, может быть, не сказочного, настоящего героя нашего, который творит чудеса. Мы пришли с почетной миссией воплотить ваши желания, ребята. «Елка желаний» – прекрасная и добрая акция, которая помогает осуществлять мечты детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Наш город не первый год активно участвует в всероссийском благотворительном проекте. 23 января к нефтекамским ребятам пришел Дед Мороз, в волшебном мешке которого лежало именно то, что загадали дети. В таком цвете, прям так? Песочно, такой же, вот как было в заявке, как указано было. Держи, пожалуйста, тебе такой подарочек. Давай. Планшет, умная колонка и телескоп. Юный астроном Оскар любит наблюдать за звездами, и теперь они стали для него ближе. Мы вообще любим наблюдать за звездами. Летом, когда выезжаем на природу, ночами не спим, смотрим на ночное небо, за звездами наблюдаем. И вот Оскар говорит: вот, мам, было бы круто, если бы у нас телескоп, и мы увидели бы все поближе. Когда я узнал, что один из детей просит, хочет получить телескоп, я сразу согласился, не то что согласился, а отозвался, что давайте я сам куплю телескоп, потому что в этом возрасте, если человек увлекается звездами, небесным строением вообще, это очень здорово, это надо поддерживать. Дед Мороз еще заглянет к нефтекамским ребятишкам с подарками, о которых они мечтают. Полина Сюткина, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».